Как известно, с песней весело шагать, если это не песня Тани Булановой. Сегодня мы решили максимально омузыкалить наше выступление. Поэтому у нас, вместо того, чтобы врать, люди будут петь песни. Итак, обычная элитная квартира. Айдар, нам нужно серьезно поговорить. Ты меня любишь? А не спеть ли мне песню? Слава богу! А то я думала, ты со мной из-за того, что я дочь мэра. Нет. Мне ничего не надо от тебя. И... Тихо-тихо! Папа по телевизору показывает. Красиво поет. Ну, конечно. Он же у меня мэр. Ага, заслуженный певец города. Ну вот я и вернулся, Ленка. Ждала меня. Продолжаем омузыкаливать наше выступление. Теперь тот, кто боится, будет танцевать. Я не понял. Ты что, себе здесь хакали нашла, что ли? Вить, я сейчас все объясню. Вот одна из тех историй. Mother Mary comes to me, speaking. Чё-то вы нескладно поёте. Ну чё, готов умирать? Как зовут? Айдар Максутович. Ну и кто ты, Айдар Максутович? Да так, никто. Ты чё, проблем хочешь? Нет. Ты реально хочешь проблем? Нет. Ты реально хочешь серьезных проблем? Вы так и будете по одному слову добавлять? Я не понял, ты чё, бессмертный, что ли? Откройте, полиция! Младший лейтенант! Я вообще-то в погонах разбираюсь, товарищ сержант. Неважно, почему шумим? Забыли рассказать еще об одном условии. Теперь тот, кто хочет денег, будет целоваться. Да понял, понял. До завтра. Подождите, а как же я? Ну все, Ленка, выбирай. Либо я его сейчас с балкона сброшу. Сейчас нас всех с балкона сбросят. Папа вернулся. Прячьтесь. Тра-л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 а. Построим детский сад. И вот так каждый день. Папочка! Я ж тебе только утром пачку оставлял. Ну что, пап, как дела на работе? Петь не буду, все плохо. Устал я, дочка. Пойду отдохну. Пап, подожди! Это еще кто? Я Айдар Максутович, очень приятно. А, гастарбайтеры, что ли? Плитку кладете? Ну. Что-то вы не похожи на гастарбайтеров. Синеги де финде киа, ялади де легенден сиара, кадырым пускулым била, я каларсым. Положили, что ли, уже? Хорошо, молодцы, быстро работайте. Пап, ну, я, наверное, тоже пойду. Ты отдыхай. На сегодня хватит поцелуев. Завтра наш город с официальным визитом посетит президент Российской Федерации Владимир Путин. Как завтра? Танцуют все! Столько лет я спорил с тобой ради этой встречи с тобой.
небо красно было. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим выступлением? В России две беды. Каждая беда делится на 5 подбед. Каждая подбеда, в свою очередь, делится на 8 структур. Ну, хоть где-то в России порядок.